Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, кающийся святой Иероним, Жорж де Латур, холст масла 152 на 109, без даты. Жорж де Латур – один из крупнейших представителей лотарингской школы живописи 17 века, обладающий яркой индивидуальностью. Писал произведения большого формата на бытовые и религиозные темы, в которых преобладали профильные изображения персонажей в полный рост. Своих героев автор изображал на нейтральном фоне, мастерски выделяя светом. Для его работ характерно реалистическое запечатление жизненных явлений и предметов быта. На полотне «Кающий святой Иероним» Латур изобразил одного из самых популярных в Европе святых. Клинопреклонный отец церкви находится в небольшой келье. За его спиной кардинальская шляпа, входящая в число главных атрибутов святого. Раскрытая книга знаменует собой тот факт, что герой является создателем канонического текста Библии на латинском языке. Череп, лежащий за ней, символ победы духа над плотью. Обычно кающего святого изображали с камнем в руке, которым он бил себя в грудь. Но здесь Латур дал ему плеть, ею герой бичует себя, о чем свидетельствует ее кровавленный конец. Колорит произведения строится на сочетании красного, различных оттенков охры и умбры, и белого, что придает ему гармоничность. Но вот такое описание к работе Жорж де Латура «Кающийся святой Иероним» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.